Кострома. До Костромы доехали очень быстро, и нас сразу встретили дилеры. Они нас встретили, мы отправились на лосиную ферму. На лосиной ферме были такие крутые лоси, мы их кормили морковкой, прямо из-за этого в рот. Но самый крутой был олененок, маленький такой рыженький Бэмби. И он очень был похож на мой мотоцикл, и поэтому я назвала свой мотоцикл Бэмби. О, это Бэмби, давайте мой мотоцикл тоже назовем Бэмби. Такой же рыженький. Буду его заправлять морковкой. Он любит. Бэмби. К сожалению, в Костроме у нас было совсем немного времени, и только вечером у нас получилось встретиться с местными байкерами. Мы все вместе отправились кататься по городу и сделали большую общую фотографию при свете луны. Утром в Берендеевке состоялась встреча с квадроэстафетой. То есть квадроэстафета шла с юга на север, а мы наоборот, с севера на юг. И наши пути пересеклись. Ура! Очень здорово познакомиться с Виталием Абрамовым. Да, я их вижу впервые, вот эту команду. Мне она очень нравится. Мне, честно говоря, немножко грустно, что мы идем не параллельными курсами, пересекаясь там в каждом городе. Да, встретились только один раз, и теперь увидимся, наверное, в осенью, когда закончатся и их проекты, и наши. Виталий дал нам очень много классных, полезных советов, которые нам, конечно, пригодились. Спасибо ему большое. В Турции, в горах, там будут и участки бездорожья, без асфальта, где-то строят что-то, где-то, ну, в общем, там ладно, будет весело. Спасибо. Надо выглядеть. В Вологде мы договорились, что при падении с мотоцикла или заваливании мотоцикла на бок нам красят палец зеленый цвет. Первый палец за зеленкой покрасили, конечно же, мне. Я завалилась на прямой ровной дороге, она была немножко песочная такая. Зеленый палец! Тормозила, наверное, на гравите. Нельзя тормозить, да? Кто не падал, тот не ездил. Правильно. Вот, и мне покрасили палец зеленкой у памятника Сусанину в Костроме. Ты мой новый щипер! Остановилась, он начал падать, а три курицы сидели и говорили, держи. Вот такая у нас команда. Мне тоже нравится. Следующий наш пункт была Казань. Поскольку был очень большой переезд, мы решили остановиться по пути в Шарье. Мне буквально не хватило 200 метров, чтобы доехать, и я упала. Я не успела сбросить скорость на повороте. Еще одним зеленым пальцем больше. У Даши теперь есть красивый зеленый палец. Вот что значит настоящая команда. Один за всех и все за одного. Один за всех и все за одного. Подождите, а больше? Всем